Приветствую всех на своем канале, и сегодня я предлагаю сделать вот такую композицию из розочек. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Для работы я буду использовать репсовую ленту шириной 2,5 сантиметра. И мне понадобятся отрезочки из нее 2,5 на 10. 8-9 штук. Отрезочек ленты складываем пополам. И обрезаем уголок. Запаиваем. Репсовую ленту надо хорошо запаять, чтобы держалась. Разворачиваем лепесток. И вот этот уголок немного заворачиваем. И перетягиваем ленту. И фиксируем огнем. Получается лепесток. Уголок обрезаем. И расправляем немного. Начинаем собирать цветок.
Я доклеила лепестки, цветочек готов. На этот цветочек у меня ушло 10 лепестков. Бутон делается из таких же лепестков. Обрезали уголок. И закрепляем огнем. Немножко расправим. Закручиваем серединочку. Для листиков я буду использовать вот такие вот из зеленой ленты маленькие, самые простые листики для бутона. Берется лента, загибается на две части. Придерживаю пинцетом. И получаются лепестки. Я подклеила по два листика и подклеила к бутону. Чтобы листики приплюснуть, я беру немного клея и в серединочку. И листики склеиваю между собой. И листики подклеила под большую розу. Композицию свою я буду собирать на эластичной ленте и с другой стороны приклею кусочек фетра. Я закрепила цветы на ленте и повязка готова. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было полезным. Творческих успехов вам. До новых встреч. Пока-пока.